Всемирный день туризма отметили в Магадане. В этом году Россия праздновала День любителей походов в 37-й раз. В минувшее воскресенье в городском парке «Маяк» для горожан провели тематическую викторину, организовали выставку литературы о походах по Северному краю, Центральная городская библиотека имени Куваева провела выставку «Душа Золотой Колымы Магадан», где сотрудники учреждения рассказали о первопроходцах Магаданской области, а региональное агентство по туризму продемонстрировало красоту природы региона в рамках фотовыставки «Открой для себя Колыму». И горожане смогут увидеть часть нашей огромной экспозиции, которая у нас представлена на visitkolyma.ru и которая выставляется ежегодно в библиотеке имени Пушкина. Также сегодня в парке «Маяк» у нас представлена сувенирная выставка-продажа. Это сувениры туристско-информационного центра с логотипами, с отличительными знаками Магаданской области, а также «Отток», объединение творческой культуры и «Магия Севера» представляют национальные сувениры коренных малочисленных народов. Активных туристов и организаторов походов по Магаданской области отдельно поздравили в спорткомплексе «Металлист». Это день романтиков, на мой взгляд, день людей, у которых основное увлечение – это ходить по земле. Сегодня здесь присутствуют такие люди, и вот сегодняшняя наша встреча – это, наверное, такой небольшой эпизод подведения каких-то определенных итогов, хотя мы прекрасно вот видим и по погоде, и понимаем даже, что, наверное, туристический сезон не закончен, и он круглогодичен. Представители регионального министерства культуры и туризма, спорткомитета, отделения РГО, Магаданского туристского клуба и заместитель мэра города Юрий Газетов вручили грамоты и благодарности за активное содействие всех, причастных к развитию туризма на Колыме.